Каждому россиянину по прививке уже со следующей недели. Президент России распорядился, чтобы медики начали ставить вакцину от коронавируса всем желающим. Ранее Владимир Путин говорил, что масштабная прививочная кампания должна начаться в конце декабря. Сейчас уже середина января, и вот на новом совещании правительства президент еще раз потребовал от Татьяны Голиковой ускориться и перейти к работе со всеми жителями страны. Вакцинация по-прежнему останется добровольной, но станет доступной для всех. Вакцины произвели даже больше, чем планировали, доложили президенту подчиненные, и объемы будут наращиваться. Осталось, чтобы все регионы подготовили инфраструктуру для работы. Так, в крае прививки делают в 28 поликлиниках и больницах. Президент назвал вакцину «Спутник Ви» лучшей в мире. Слава богу, вакцина наша не требует при перевозке, при транспортировке каких-то экстренных таких необычных условий, как там минус 50, минус 70. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать. Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения. Ну и выстроить соответствующий график этой работы. Так, как это у нас происходит и по другим заболеваниям, например, по гриппу. Мы с регионами обговорим все детали этого процесса для того, чтобы не было никаких сбоев в этой масштабной работе. Также усилим разъяснительную работу для населения, как вы справедливо сказали, о безопасности и эффективности наших вакцин.